Сьогодні у гостях «Телеграфа» український професійний боксер Сергій Радченко, вихованець школи «Ойон» та його представник Євгеній Матвієнко. Сергію, розкажи, будь ласка, про бій з Кшиштофом Головацьким. Як надійшла пропозиція? Здравствуйте. В першу чергу хотів поблагодарити за те, що пригласили на таку от очередну бесіду. А по поводу бою хотів, значить, розказати так, что это было, значит, достаточно очень спонтанное предложение, неожиданное предложение. Во-первых, я, скажем так, начал только набирать форму после большого промежутка времени отдыха, практически всю осень. В легком режиме тренировался и только перед Новым годом начал тренировать тренировки. И пошли-поехали только первые спарринги. Совсем недавно я ездил в Польшу, провел всего лишь одну неделю спаррингов, после чего я приехал и собирался сделать небольшой отдых, потому что были такие небольшие незначительные травмы. И, в общем, так получилось, что в четверг, в тот день, когда я вообще собирался ехать париться, отдыхать в баню, в наш клуб спортивный, клуб «Легион», позвонили и сделали такое предложение, от которого отказаться, естественно, я не мог. У поляков, значит, произошла такая ситуация, что такое бывает в профессиональном боксе. Сорвался соперник, и под угрозой был срыв вообще вечер бокса, так как главный бой вечера был как раз именно Головацкий со своим оппонентом, который должен был быть. Его не пустили в Польшу. Соответственно, они в срочном порядке должны были найти новую кандидатуру. И рассматривали достаточно много бойцов. И вот так вот получилось, что остановились на мне. Соответственно, предложили. И пришлось за несколько часов буквально собрать все медицинские документы. Хорошо, что медосмотр был готов. И Федерация бокса Украины, профессиональная лига, оформила все документы, заявки. И я, в принципе, это все происходило на ходу, в движении, по дороге уже в аэропорт. Все эти документы оформлялись, и мы с Женей полетели в Польшу. Про сам бій розкажи, ти кілька разів відправляв Кшиштофа у нокдаун. Чого не вистачило тобі для перемоги? Ой, это сложный вопрос, чего не хватило. Если так сильно рассуждать, там, то, может быть, и подготовки не хватило. Ну, я был не до конца готов к этому бою. Но вообще, возможно, не хватило где-то какой-то момент доработать в пятом раунде, сделать правильные какие-то нужные удары и выиграть этот бой досрочно. В какой-то степени, конечно же, сыграли свою роль судьи, особенно рефери молодец, который не отчитывал нокдауны, давал время отдохнуть, восстановиться, там каких-то там 10-12 секунд смотрели повтор видео, но они дают и играют большую роль в бою. Еще важно добавить, что когда мы ехали на этот бой, у нас не так много было времени настроиться морально. Но важно сказать, что мы ехали туда побеждать, мы ехали туда за победой, мы ехали туда за нокаутом. Мы понимали, что если мы выступаем не на территории Украины, а дома у приглашающей стороны, то победу по очкам, конечно же, как правило, дают тому человеку, кто является сюда дома. Поэтому мы понимали, что наш путь — это только нокаут. В принципе, практически удалось это все воплотить в жизнь. Сергей выходил на ринг очень спокойно, уверенно, как настоящий профессионал. Важно сказать, что публика польская поддерживала после пятого раунда нашего бойца, нашего кринчуского бойца, украинского бойца. И вы увидите также на видео, как эта поддержка происходила. Вот. Очень важно сказать, что все-таки мы работаем в первую очередь на зрителя, вот, а уже во вторую очередь работаем на очки. Поляки змінили свою думку і вболівали не за чемпіона світу, а саме за нашого. Нельзя сказати, щоб вони прямо вболівали, але знаю точно, що коли поставили соперника для Головацького, тот, который не смог
польская публика очень критично к этому отнеслась, им не понравился соперник. Это, естественно, после того, как Головацкий был чемпионом мира и выиграл у Марка Хука, который девятикратный был чемпионом мира, немец, и после того защищал пояса, были очень такие большие бои у него, и, естественно, публика уже не хочет опускаться немножко ниже и хотят видеть уже как бы рост, еще лучше, еще лучше, еще лучше бои. И когда поставили ему оппонента, непонятно какого, изначально публика это не восприняла нормально. А потом еще и получилась замена, поставили меня. Как бы меня никто не знает в Польше особо, то есть увидели боец, который там с рекордом 6 боев всего лишь, у Головацкого 28 на тот момент было побед и одно единственное поражение по очкам нашему боксеру Александру Усика, то, конечно, поляки были изначально не в восторге, и, насколько знаю, комментарии были такие, что, что за соперник, что за бой получится. И даже перед боем ко мне подходили промоутеры, организаторы боя, и очень так с надеждой. Мы верим, что получится очень хороший бой, зрители надеются и ждут тоже на это все. То, естественно, после того, как прошел бой, кардинально изменилось мнение в публике польской, соответственно, и промоутеры, и менеджеры, организаторы подходили и благодарили конкретно за этот бой, говорят, бой получился супер, да, никто не ожидал, что такое получится. Ну, а сам Кшиштоф, как ты реагував после боя, что говорил тебе? Кшиштоф, я так думаю, в первую очередь был немножко в шоке вообще и не ожидал ни он, ни его тренер Федор Лапин. Никто не ожидал, что вот так вот повернется. Как бы, те, кто тренер, сам Кшиштоф, они там меня знают и знали, что бой будет непростой, в отличие от публики. Но они знали, что будет бой непростой, но не думали, что настолько он будет. То есть как бы бой, в принципе, на грани был досрочной победы моей. Как бы. Поэтому они были в шоке от этого всего. А к Кшиштофам что мы? Мы, скажем так, мы в какой-то степени товарищи. Мы уже неоднократно виделись, спарринговались, общались. Периодически списываемся в Фейсбуке. Мы поблагодарили друг друга за хороший бой, за пожелали друг другу удачи. И даже вчера даже списывались в Фейсбуке, узнавали, как самочувствие друг у друга. И в очередной раз поблагодарили за бой. Ты бей договор зі зламаною рукою. Расскажи про це деталі. Да, в пятом раунде как раз в какой-то момент, вот этот самый яркий раунд, как поляки назвали его, рунда року, это самое, так, значит, в какой-то момент, уже, конечно, в адреналине, это я не помню, какой именно получился, но чем был удар, видно, левый боковой это был, и я почувствовал какую-то боль. Сразу незначительно эта боль ощущалась, но потом, как во время шестого, уже седьмого, восьмого раунда, боль с каждым раундом все больше и больше набирала оборотов. Немножко чувствовался дискомфорт и где-то на подсознании не мог нормально работать передней рукой. Я даже в шестом раунде, скажем так, взял и паузу, и из-за руки, и из-за того, что выложился, скажем так, в пятом раунде. Ну, а после восьмого раунда, соответственно, уже когда сняли перчатку и часть адреналина упала, я понял, я помню, говорил в углу, что я не могу сжать уже пальцы руки, рука опухла. И вот сейчас мы с гипсом на месяц, я надеюсь, всего лишь реабилитация. Як взагалі проходить відновлення реабілітації після боя? Як ти відновлюєшся? Може, є якісь секрети? Секреты. Домашняя обстановка, в первую очередь. Родные, близкие, семья. Вот это вот один из основных пунктов. Ну, а вообще, естественно, есть такие моменты, когда хотел как раз поблагодарить нашу клинику Арника. Сергей, как відреагували глядачі, болівальники и твои близкие? Что говорили после боя? Ну, реакция была, в принципе, у всех достаточно положительная. Мне очень, кстати, приятно. Я благодарен всем своим болельщикам, которые, несмотря на то, что было поражение,
все адекватно как бы оценили этот бой, и все все понимают, как бы, и поддержали. То есть значит, несмотря на то, что проиграл я, как бы. Но комментарии, естественно, были разные. Есть часто такие, которые там знают, как нужно было точно побоксировать. Это такое часто встречается, когда даже смотришь там бои с компаниями, собираешься, там бои Кличко Владимира смотришь, или Саши Усика, или каких-нибудь других боксеров смотришь, и часто люди, которые там рассказывают, а вот здесь вот надо было сделать то, здесь вот было поступить вот так вот. Были, я в частности что говорю об этом, были от некоторых комментарии, там, что нужно было вот добивать вот так, или нужно было бы добивать вот так. Естественно, сидя возле телевизора, смотреть на экраны, можно рассуждать очень сильно, как что сделать. Но на самом-то деле, как правильно нужно было поступить, может только знать тренер, а еще больше боксер, который непосредственно находится в ринге и который ощущает, у него есть какие-то свои там нервные напряжения, адреналин, он самочувствие какое-то. Никто ж не знает, может быть, боксер пропустил там навстречу, может быть, и где-то сам плохо себя чувствует, а может быть, он видит картину по-другому, а может быть, у него захлестнул адреналин. Никто этого не знает, и только, я же говорю, сам боксер только может ощутить, где, как правильно поступить, соответственно, и тренер. Поэтому люди, многие там рассказывают, как, кому надо боксировать. Я не только за себя говорю, которые даже никогда в жизни перчатки не мерили, а если мерили, то только там побаловаться. Ну, а в общем, конечно, большое спасибо своим болельщикам, которые поддержали очень хорошо и тепло после этого боя. Хочу немножко структурировать то, что взгляд со стороны, то, что принес этот бой, помимо уверенности Сергея, да, как профессионала, да, как человеку, который может выступать на таких крупных аренах больших. Когда мы ехали на этот бой, Сергей был в рейтинге, в мировом рейтинге боксеров 250 номером. После этого боя, несмотря на то, что победу дали поляку, Сергей стал 77-м в мировом рейтинге, то есть в 100 лучших боксеров. После боя мы не успели остыть перчатки, уже поступило 3 предложения на проведение боев. Так как мы не знали как бы состояние, да, руки Сергея, мы, понятно, эти предложения пока оставили на состоянии обсуждения. Вот, как мы поняли, сейчас это отложится на какое-то время, но у нас уже предложение есть. К чему я это все говорю? Арена, на которой мы выступали, вмещала 4000 европейских зрителей. Это фактически живые люди, которые присутствовали и смотрели этот бой. Помимо этих 4000 зрителей, были миллионы европейских зрителей, которые смотрели этот бой по телевидению или онлайн по всему миру. Тоже была онлайн-трансляция, в этом можно было убедиться, как и в ринге. Это известнейший сайт, да, новостей бокса. Вот. Соответственно, это хорошая заявка и выход на европейский рынок. Зритель уже нас знает, он знает, что мы можем делать эффектные, яркие бои, потому что интересно зрителю? Это зрелище. Зрелище было, мы это можем предоставлять с вероятностью в каждом новом бою. Вот. Главное сейчас вот физическая форма. Теперь. Нам поступило предложение от одного из дизайнеров киевских, он уже хочет с нами сотрудничать в пошиве формы и создании образа для Сергея. Уже мы даже обсуждали цветовую гамму выхода на ринг. То есть, соответственно, у нас есть футболки, на которых можно спокойно размещать рекламные проявления известных компаний. Я знаю, что Кременчуг – это город, в котором сосредоточено много промышленности, много предприятий, успешных предприятий, которые работают в рамках Украины и не только. Для многих компаний это хороший шанс заявить о себе как на европейском рынке, так и на более широком рынке. Потому что сейчас у нас акцент идет не только на Европу, а также и на Америку. Это наши дальнеиграющие планы. Очень важно, на самом деле, посмотреть на наших соседей поляков и научиться у них приемам, которыми они владеют уже давно. Например, нанесение рекламы на тело, и это большие там брендированные наклейки, да, которые носят на тело, также на футболке, и это хорошая заявка тех или иных компаний. Хотелось бы еще добавить к Жениным словам, что в нашем городе, да, действительно очень много больших компаний, частных фирм,
И на самом-то деле в нашем городе можно было бы проводить такие же турниры мирового причем уровня, подобные, как показывают на телеканале «Интер» или «Вечер бокса», который был с моим участием последний в Польше, мы бы могли бы на самом-то деле проводить в Кременчуге. Это было бы, скажем так, это моя маленькая мечта, которая, надеюсь, воплотится в скором времени, и мы сможем провести впервые в истории города Кременчуга вечер профессионального бокса. Соответственно, я думаю, это был бы вечер бокса с моим участием, и мы бы могли бы привлечь много других интересных боксеров, также боксеров кременчугских аматоров, которые могли бы себя проявить на ринге. И надеюсь, что все-таки удастся достучаться до людей, которые заинтересуются на то, чтобы вкладывать какие-то небольшие инвестиции для развития спорта в Кременчуге, для того, чтобы молодежь могла видеть и впитывать это все в себя. И заявлять о том, что есть такой город Кременчуг на весь мир. Сереж, какие планы на майбутнє? Планы на ближайшее будущее, естественно, восстановиться до конца, восстановить свою руку, проанализировать прошедший бой как с тренером. Также хотелось бы обсудить этот бой. Есть у меня такой вот человек у нас в городе, Костя Слисенко, психолог, который помогает, всегда спасибо ему, помогает готовиться к боям, правильно настраиваться на эти бои и правильно восстанавливаться после боев или каких-то таких интересных событий. Ну а с тренером мы разработаем, я думаю, с Михаилом Ивановичем какой-то план. Пока руку нельзя задействовать, мы, я думаю, выберем, какие физические нагрузки можно делать на ноги, может быть, плавать, бегать. Сейчас мы это уже обсудим, договоримся, решим, как правильно поддерживать форму, пока у меня проходит реабилитация руки. Ну а после, конечно же, мы приступим к полноценной подготовке к следующим боям, которые, надеюсь, в скором будущем состоятся, и они будут намного интереснее, намного лучше, и мы сможем еще больше подарить болельщикам и зрителям, любителям бокса зрелищный бой, бокс. Что побажаешь нашим глядачам и людям, которые дивляться на тебя? Ну, во-первых, хотел сказать, еще раз выразить слова благодарности за то, что всегда болеют, поддерживают, пишут приятные комментарии, иногда пишут и не совсем какие-то комментарии, за это тоже спасибо, критика тоже полезна. Ну, вообще хотел пожелать всем, конечно, добра, благополучия и, конечно же, спорт, а также хотел сделать свое такое маленькое обращение к юному поколению, так как немножко, скажем так, не совсем радует, когда бывает идешь на улицах или где-то через какой-то двор и видишь юных ребят, девчонок, которым там по 13, по 15 лет, а они стоят сигаретами, там, возможно, даже с алкогольными какими-то напитками и думают, что это очень положительно, очень модно. И, соответственно, многие другие ребята смотрят на них и думают, вот с них нужно брать пример. Так вот, мое обращение ко всем, что на самом-то деле лучше брать пример с тех ребят, которые занимаются спортом, делают полезные вещи, стремятся к чему-нибудь и растут как в плане духовном, так и физическом.